Поехали. Все, поехали. Самвел, Андрюхе, да. Смотри, Андрюха, берешь зубную пасту. Есть дома зубная паста? Самая жесткая. Прям самую жесткую берешь. Ну, пока лайт такой. И подмышки прям жестко трешь. Прям очень жестко. Ну, минуточку, минуты полторы. Только не раздеваться, не раздеваться. Не раздеваться, не раздеваться. Да, я могу. Подожди, что он делает? Так вот. И прям три подмышки. Что он делает? Так это раздражение будет. Это не будет раздражение. Паста обычная, типа трешь подмышки, все. Да, берешь зубную пасту на руку. Подожди. Еще, подожди. Уточнение. Ребят, уточняйте всегда, что до конца хода. До конца игры, потому что не было такого. Если дефолтное задание, то значит до конца раунда. То есть он намазал и типа в конце раунда смывает. Mm-hmm. Типа говорите это, ну типа, чтобы все понимали. Не, ну это Самвел сам загадывает, сколько надо. Да, я просто говорю, не забывайте говорить время. По дефолту, если не сказали время, то значит если сделал время... и убрал сразу. Все. Сделал и сразу всё, убрал. Тогда давай, если лайт, давай три круга. Типа три круга, пока до тебя вот три раза не дойдет очередь. Нормально? Это может быть, Самвел, это может быть очень долго. Это может быть три часа один плюс. Круг, один давай, круг, давай, один давай, сейчас заебись. Один круг, нормально? Все, кайф. Бля, я вообще не знаю, а как это задание вообще расценивать? А это жестко считается задание? Стил? Ну, я короче, смотри, мы играли. И это жжет, понял? Жжет. Ну не сильно, не вред здоровью, но жжет просто. Я хотел Наташе это сделать. Бля, я вот чувствую, мне сразу кто-то захуерит какой-то, блядь, этот бутерброд. Ой, блядь. А я придумала. Ну это изи. А что за паста? Слышишь, она должна быть прям софто. Ох, это, по-моему, имба. Блин, да нет. Пошла реклама, пошла легкая реклама, типа. Ребят, только, пожалуйста, не... Андрей и все, ребят, не надо снимать футболки, пожалуйста. Это было очень важное правило, которое мне сказали. Ни одной футболки, чтобы не было снято. Если кофта... Если что, если задание с порванной кофтой, то ты рвешь кофту и там вебку вверх поднимаешь. То чтобы, ну, просто это, типа, прям писали. Слава. Там готовят, правую руку готовят. Давай, Андрюха, ебашь. Так, а слой там... Ну, слушай, ну так, доброта, знаешь, типа, ну я не говорю доброта, про горку. Ну, доброта, типа, да, вот такую какую-то шейку сделай, типа. Это на одну. Да, нормально, попробуй. Хуё ты, блин, наебашил, блядь. Ты чего, блядь? А пахнет... Взял, попробовал, блядь. Андрей, видно, осторожно. Аккуратно. Как будто массаж делаешь. Аккуратно, я тебя прошу. Да, блядь, за живот ничего не сделают. Хотя, ну, бля, делают. Дядь, нет, типа, мне прям написали, что оголяться никак нельзя. Никак. Просто, ну, стяни, не показывай футболку. Ты можешь... В смысле? Я обсуждал просто это шоу с Твичом. Давай, через рукав, да. Боже. А ты балдеешь сейчас? А у тебя подмышки бриты или нет? Да кому? Это классное задание. Ебать ему пизда. А у меня не бриты, кстати. Ну тебе похуй будет на это, а вот ему пизда. Так, я руки помою, да? Окей. Да-да-да. Да просто уже греет? Душу греет или нет? Подмышки уже так смывали. Ебать ты изверг, Сэм, я в ахуе себя. Стил вообще жесткий какой-то. Что? Ну я не знаю, вообще. Не, я бы даже не за... Я бы не задумываясь сделал. Не задумываясь бы сделал это задание. А, мы же... Да, Дима, я в ахуе. Мы же не повторяем, да? Мы же не повторяем задание. Пока никакого эффекта. Пока нихуя, пацаны. Ну, а сейчас просто как скорябит, знаешь, как через минуту. Ебать, тебя пахнет. Ебать, свежесть. Андрей, ты Наташа говоришь. Если что, подожди, вы всегда можете сказать перечень продуктов. То есть ты всегда можешь сказать, покажи мне что-то. А у меня еще продукты не дошли. Ну хотя бы что-то, типа. Давай пока без продуктов, что-нибудь другое. Без продуктов? Не, ну какие-то продукты у нее есть, типа. Конечно, какие-то по-любому есть. Какие-то есть, да. Так, ну если я уже заморался, то Генсуху тоже надо заморать. Я вижу, у тебя там шляпка висит, короче, давай сделаем. Короче, так. Челлендж будет майонезная шляпа. Тебе нужно ее отдать. Блядь, ну сколько можно майонез? А у меня его, кстати, нет майонез. А нет, есть. А что у тебя есть? Есть майонез, есть. И кетчуп, и майонез. Блядь, сколько можно, блядь. А можешь, кстати, микс захуярить и кетчуп, и майонез туда. Майонезный челлендж, говорит. А ты в курсе то, что я не постираю ее? Я ее не постираю. Я новую купим тебе эту шляпу. Не, ну тогда, слышишь, давай тогда кетчуп, потому что она у тебя черная, и типа от кетчупа ты ее сможешь отстирать, по крайней мере, от майонеза. Она типа, видишь, форму типа имеет. Так ты отказываешься, что ли? А на сколько, Андрюх, на сколько времени сидеть? Ты чё, сука, засал, блядь? Сколько сидеть, наверное, Андрей? Да, так же раунд. Раунд, хорошо. Раунд, да. А у тебя есть какой-то головной убор, не шляпа, например, просто шапка, что-то такое, ну что там? Не-не, шляпа прям охуенно. А, ну, слушай! Блядь. Блин, ладно, не-не. Вот сюда, типа? Да, вовнутрь. А чё, насрать надо? Вокруг, чтобы одеть. Вот сюда, да.
сказать. Может, мы лучше? Может, насрать? А может, кстати, кетчуп острый, нет, Вадь, помнишь, тебе там ноги впалило? А у меня закончился тапкер, тапки разъела, я к тому, что... У меня... Помнишь, Слав, ты помнишь, когда у меня задание выпало, когда мне злой вот так вот делал, помнишь? По лицу. Ты знаешь, что там было? Так, сядем. Давай. Сырный соус они. Да, дядя, ты чуть не выблевал нахуй все. А, это когда в нарезку посмотрели, я еще подумал, что за хуйня. Дядь, так воняло, ты просто. Я думал, умру, там такой прям химикатный запах. И он, ему, короче, ему полгода, то есть он полгода уже валяется, помните? Надо было тебе сыщи заказать, бутербродик с ним сделаю, ну. Ну, даже вот этот один раунд я просижу, и все равно всю игру буду в майонезе, блять, опять. Там у нас много, много у кого так будет, Наташ. Сейчас после второго раунда тут будет пиздец полный. Так а что, пусть она... А вы скажете, что она уйти может здесь? Может быть, я лучше на голову и шляпу надену, нет? Не-не-не-не, тут фишка. Она глубокая, типа, и я когда так сделала, она... Давай, нахуяривай полную шляпу майонеза, похуй. Кетчупа, кетчупа. Чтобы вообще даже места не было, слышишь? Давай-давай, наебашивай. О, как хорошо. Ой, как... Ой, как течет охуенно. Хорошенький, хороший. Да, может, мы... Река Волга. Кичунес. Может, кичунес? Давай, Натаха, давай кичунес ебаш. Нормально. Короче, главный акцент, слышишь? Натава. Главный акцент сделай на вот этом ободке, чтобы, типа, он у тебя засел. Как а у меня все равно, если я надену, она, типа, расплывется вот так. Да-да-да, она расплывется по всей голове, дядь. Там пиздец. Вообще кайф. Слышишь, Вадим, Вадим, когда она будет наливать, прям увеличивай, на нее нажмите. И давай шашлычку добавь, чтобы как маринад получилось. Ты можешь туда курочку кинуть, кстати, да. А можно мясо туда закинуть, типа, рели маринад. Бля, что с вебкой именно в этот момент? Бля, давай! Давай, а давай, подожди, а ты можешь плотно прям надеть, так жестко, 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 давай, Наташа, давай, Наташа, ебаш, давай, собралась и ебашишь, давай. А что сложно? Задом наперед шляпу наденешь, это задом наперед. Давай, 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 все. Задом наперед надела. Давай, дави, 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 теперь. Натяни, натяни сверху. Да. Подожди. Подожди, а можешь сейчас посидеть чуть-чуть? Потряси вот так головой, типа, вот так чуть-чуть потряси головой. Не надо круг просидеть в шляпе. Тогда я не буду торопить. А прикинь, за круг мы будем очень долго его играть, у него волосы на фоне будут. Чисто облысеет, нахуй. Андрюх, просто, ты, макушка Андрюх, лысая, блядь. Ты сможешь сказать в любой момент, чтобы, типа, она там включила. У меня стекает уже, пиздец. Хавай, хавай. Ебать. Блядь, лови, лови. В рот. Сразу в ротик его. Бля, балдю. Не надо, брат. Знаешь, это как будто хот-дог, слышишь, сразу нахуя. Балдю. Ебать, охуенное задание. Ну, блядь, мне хавать захотелось, блядь. Ебать, я опять поднялся, слышишь? Сейчас похавай, сейчас загадаю. Не, мне нельзя хавать, брат. Я загадываю, да? Да. Ребят, запомните такую тему. Не забывайте, что вы всегда можете попросить еще одно задание. Да, да, да. Я буду себя просить, если не буду загадывать хавать, я буду себя сразу загадывать. Стоп, у меня что у тебя есть из продуктов? Ебу. Дефолт, давай! Ну яйца там, сгущенка, сейчас я еще раз блядь, майонез, кетчуп, это есть. Так, ну водка. Смотри. Ну смотри, нужно... Ну я, наверное, не буду заставлять молоко с водкой смешивать. Сука, блядь. Ну типа... Может, меня это как раз доставка звонит, алло. Короче... По 15 секунд каждый раз. И тазик, тазик, слышишь, тазик приготовил у тебя какой-то. Да нахуй надо, на сегодня праздник. Он принес, он пиздец, сука, выебывается. Вот чтоб он ёбнул водки, бля, запил молоком просто. Да-да-да. Давай. Закончилось. Да, он просто просрался бы и все потом. Ебать, тишина. Ебать. Смотрим. Не стоит. Не удержался. Я думал, сейчас наебашит просто. Все, ребят, у меня водка закончилась. Блять, смотри, что делаю, долбоёб, нахуй. Волнуешься? Конечно, я зараул! Я, может, вырвать просто. У меня очень слабый желудок. Ребят, можно я вам скажу одно? Он, если что, просто так в Дискорд зашел. Просто так в Дискорд зашел. Да-да-да. С него начали угорать, типа, ты, Ядькун, давай с нами. Зато в следующий раз заходить не будет, блядь, умнее будет. Он случайно заходит. Ой, случайно, в итоге уже молоко с жином херачит. Чё за хуйня, ты чё выпил? Не, я понюхал только. Освежает, брат. Ну, задание, мне кажется, реальное, да? Сколько надо, что делать надо? Повторим. 10 секунд полоскаешь рот и выплёвываешь.
Три раза. Давай, Сережа. Три раза! Наташа, он пиздит! Он, ну, она сказала, стой, смотри, она сказала 30 секунд, 30 секунд один раз. По 10, а, да. Типа... Нет, надо полностью стакан нужно прополоскать. Да. По 10 секунд, то есть ты берешь в рот, а ты значит... Уже другое задание. Это то же самое задание. Ты полосишь? 10 секунд. Ты берешь в рот, блядь. Ты берешь в рот. Полоси. Сейчас, 10 секунд. Да уже прошли. 7, 8, 9, 10. 10 есть. Чё, как? Ебать, у него ебало. Засекай, говно, блядь. Засекай. Скукожился, я ему, блядь. Мне как будто пилка в рот кот дала, блядь, я тебе говорю. Давай, 10 секунд отсчитываю. Богу, представь, что это моя сперма, типа, вот так вот. Ой, блядь! Смотри, как шанс ушел. Заулыбался, да. Слышите, а ведь он мог пойти спать. Все. Приблизь, может быть, злой приблизь, нет? Приблизь чуть-чуть вебку. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. Не надо. Не, все видно. Да, вы можете его большого сделать. Вы можете его большого. Да не надо так близко. Мы так и сделаем. Да нет, попробуй чуть. Слышь, попробуй на вкус, типа. Беднёго. Извини. На НПС говорит, я тебе Серёгу приведу, он кончит в эту шляпу. Кончит. Мне как раз задание написали, пусть Серега кончит в рюмочку и Наташа выпьет, блядь. Да! Скажешь, что это сливки, слышишь? Так и что плохого, типа? Давай. Последний раз? Да. Согласен. Ну вообще до конца стакан. А, ну она сказала стакан осушить. Не что-то другое в рот брать, блядь. Ну ладно. Ну как? Ну ты нормально же? Побольше набирай, это, блядь, детская хуйня. Что ты взял? Ну смотри, три глотка, это половина стакана, ну вот еще три глотка. Хуйня вообще. Нахуй. Давай, ебать. Я скажу, что мне кажется, он придуривается, это не так жестко. Да это хуйня. Я тоже думаю, что это легко, блядь. Актер, я ему хуйню. Актер самого дешевого кино, блядь. Курсы за 25 тысяч. Блядь, давай. Сколько тут по 10 раз? Ты говорила 30 секунд. Давай, не, она сказала... Ебать. Ты говорила 30 секунд, блядь. Она сказала... Нет, она сказала до конца стакана. Да. Она сказала пока. Какое оно задание? Суки, блядь. Давай клизму сделаем, злой, похуй. Отсчитываю. Ой, блядь. Не, слышишь, злой, все, если так, то не надо, злой. Да он пиздец. Да он врет, он шутит даже. Да конечно актер, блядь. Ебать, Сэм жесткий. А что у него на шее, слышишь, это молоко, что ли? Это сперма. Я ждал это, я просто чуть-чуть хлебнул. А на вкус, как на вкус, злой? Злой бухой уже, блядь. А чё уже не надо, блядь, засало нахуй? Что у тебя в суд человек подаст? А ты чё засало, блядь? В натуре, блядь. Ну только что ему впихивало. Пошёл! Ну-ка давай! Пошли, блядь! Злой, давай! Человек пишет, он уже плачет, блядь. Минуту назад говорила, блядь. Давай, хуярь, блядь, до конца стакана, блядь. Бля, ну нормальное задание такое, конечно, жестковатое, мне кажется. Я не знаю. Я не... Не, честно, не знаю, какой... Мужик, да, давай. Не, злой так очковал. То, что он сейчас заделает, это пиздец, красава. А мне кажется, это... Красавец! Все, красавец. Давай, злой. Злой, ебаш. Так ты ему разве загадывай будешь? Да. Смотри, как мы делаем. Мне я хочу, чтобы ты вот так жменьку, блядь, сгущенки надушился, жменью. Бля, я попоел, холодный, сука. Смотри, жменя, вот видишь, жменя, да. Слушай. И вот так все, просто вот так. Ебать, блядь. И такой, не, стой, это не все. И ты вот так делаешь, да, и вот говоришь. И ты говоришь такой, ебать, я пиздатый, нахуй. Не, одно задание, блядь, это уже второе. Это не второе, это ты просто говоришь во время того, как ты намазываешь, как второе, брат. Какой, блядь. Да, детка, да, ебать, я пиздатый, блядь. Ебать, я крутой, нахуй. На руки, вот такую показывай нам жменю. Наруто. Блядь, она холодная. У меня, да, Рома? Я бы сейчас блинчик. Она такая холодная, чел! Ну а чё? Да, у меня так же было из холодильника. Она очень холодная. Да, у меня так же было. Давай, брат.
Бля, вкуснотища. Кстати, мне продукты пришли, ребят. Смотрите. Вот, отлично. Сейчас купила, распаковочку, купила. Да, покажи сразу. Так, как мне сделать это? Стой, я не смогу. Стой, я не смогу. Две руки. Ладно, раз ты, блядь, слышишь, Диману за годы отпиздишь. Подожди, достаточно будет? Да, 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 заебись. Вот так размастию такой. Я ебать. Так вот делай. Прическа. Ебать. О, открыть руками банку консервную. Давай вот так. Ебать, я не успел пацанам экран включить. Давай, блядь! Сейчас. Один давай. Раз нажимаю? Да, да, блядь. Ты можешь включить локтем, да. Попробовать, не получится. Давай, давай, двумя руками сразу, давай. Ой, вот так. Двумя руками. Сосиска. Давай, давай. Рука, губа. Йогурт. Давай, давай. Сейчас, я постараюсь. И молоко. Мне надо экран, да. Пацаны. Он укладку и ракет будет делать, да, получается? Там, там все задание. Похуй. Все, похуй. Арине облизать, что по собаке, позже обратно. Давай. Вот так. Ебать, я пизда. Ебать, я такой охуенный. Ебать, охуеть. Ты как в парикмахерской, да? Вот это мама родила принца, блядь. Блондина пойдет. А ВП принц в реальном обличии. Только ему так сидеть, злой, сколько сидеть. Балдёж. Тебе надо ирокез сделать, Вадим. Да у него ирокез, типа. Ну, можно, да. Вот так, Вадим, сделай. Ебать, ты чисто Соник, блядь. Это ирокез, да. Оно не сделается, Диман. Сделается? Надо попробовать. Нормально? Да. Заебись. Киш, реально киш, кстати. Ну что, я делаю? Да. Ты помнишь как? Напомни. Что за не в трусы, а в штаны, типа. Старайся там вот так. На трусы. О, теряки, ебать, курица в теряке будет. Пизда, блядь. Просто на, ну, типа, на трусы, давай, все пишут. На фул не... включи, на фул. Блин, надо не в трусы, пакет, типа. Сейчас пакет будет постелить. Сейчас, лосось соус, терияки. Я секунду, я пакет постелю. Давай. Ой, пакет. Бля, трусы было бы лучше. Мы постоянно никакие пакеты вообще не поместили. Да у нас весь пол нахуй сдулся, надо было изначально. Давайте не забывать, что у модулов тоже есть собаки, блядь. Ксюха, а у вас яйцами воняло, когда вы яйца били там? Нет. В смысле воняло в каком? Ну в трусы нет, пишут да, люди, что в трусы это опасно. Всегда яйцами Андрюхи воняет в комнате, бля. Слышите? Смотрите, у меня полчата просят трусы, а другие полчата пишут, что это опасно. Но это же, вдруг это там же пизденка реально слизистая, типа. Это может быть, типа... Штаны, просто штаны. Поэтому ей еще мыться нужно. Если бы задание было, типа, огурцом, типа, в пизду запихнуть, то это одно дело, понимаешь? Типа, наоборот, блаженство, блядь. Аккуратно только! Ой! Сейчас приколись просто лямка с пальцем. Аккуратно. Пошел, брат. Ебаш. Блин. Всю пачку, Арин, ебаш. Ебать, они умещаются. Вместители, багажник. Ой. Ебать, там багажник. Член встал, член встал. Уф. Стояк жесткий, видишь, как... Как набух, блин. Ебать, тебе верблюжья копытца, блядь. Смотри, Арин, теперь надо сесть. Теперь надо сесть. Пизда голодная, блядь. Надо сесть, сесть, срочно, надо сесть, Арин. Арина, слышишь, сядь, садись. Слышишь, гузлик, блядь, верблюжья копытца. Все, обязательно надо сесть, садись. Садись, садись, да, садись лучше от греха подальше. Покажи, сколько намазала, слышишь? Сними штаны, покажи, сколько намазала, реально. Не надо, не покажи, ты чё? Пониже, пониже, да. Не показывай! Не пойди, вообще похуй, понял? Ты чё, блядь? Иди, трусы, покажи, испачкал или нет, блядь. Эвло, можешь экран закрыть, она приспустит? У меня тут соло. Куда приспустит, блядь, не надо, нахуй, тут... Я думал, что у пацанов из чата тоже в трусах соло, блядь, слышишь? Арин, фотку в личку скинь. Фотку в личку. Это что? Подожди, Арин, тебе надо так просидеть один круг. До тебя следующий. Как мерзко, пиздец, там как будто месячные. Фу. Ничего страшного, что. Понимаю. Сейчас сиди. А что, у вас так месячные выходят, что, блядь? Ой. Ой, да. Ебать, Аришка обосралась, кажется, там. Все, ебать. Может, отпустим ее, блядь? Фул в телегу, пожалуйста. Вадя. Да. Сейчас пишет, что было с мочой. Глаза ж попали. А что с мочой? Подожди, а что за вопрос? Что за задание было с мочой? Залить, насать в бутылку в Инстаграм и порекламировать мочу свою. Типа, это напиток, какой-то пиздатый напиток. Это прикольнее, блядь. Ну да, это пожестче, типа. Это же на выбывание, типа, игра. Ты же понимаешь, что тебе нельзя щадить. Ты в следующий раз такое можешь делать, это пиздец.
Ты можешь стоять просто пиздой торговать, блядь, вон на этом, на балконе. Окей, если Слава сделает, блядь, не просто такими темпами, мне кажется, все останутся на своих местах, типа, понял? Не, ну ты должна тоже понимать, мы не можем делать, типа, так, знаешь, там пожать, типа, Арине сгать. Арина, убери руки от киски, ты хоть там жила, блядь. Ты чё, блядь? Она сейчас есть начнёт. Она, знаешь, так ласково уже клиторочек, блядь, бам-бам, терьям-терьярием, блядь. Ты чё? Не, просто... Я тебе говорю. Я говорю, типа, ну, я могу сделать и то, вы просто сами решите, чтобы я понимал. Мне кажется, помыться заедет. Арина пусть решает. Давайте, типа, нам надо время. Ну, с мочой смешно, но, ребят, типа, смотрите, мы должны во время тоже успевать, потому что у некоторых будут задания, и они будут сидеть ждать конца раунда, понимаете? Ну, типа, у меня тут такая новость, ребят, мне надо сейчас сидеть прожать, пока я сать захочу. Так что давайте, пока, ну, я начинаю пить уже, вот. Вы с мочой хотите? У тебя там Катя есть, может, она хочет. Представь, картина заходит в комнату, Кать, можешь поссать, типа, блядь? Пиздец, как надо, я ебу. Все хотят задание. Ты хочешь стать? Ты загадаешь задание лицу? Нет, пускай сейчас выполняет, типа. Так мы ждать будем, мы долго будем ждать. Пока. Вы не сыте, типа, я запишу сторис, типа. Вы не сыте, я отцу. Ну я не. Ну, сторис будет. Ты хочешь пить, а ты че не хочешь, заебал. Смотрите, сразу говорю. Не надо говорить сторис, что это моя моча. Нет, это ты рекламируешь. Или в этом весь напит... прикол, что я типа рекламирую ты, мочу, но не говорю, что это моча. Ты можешь сказать, это Кока-Кола, блядь, новый пиздец. Это легкая очень. Пить Кока-Колу, блядь. Дрон стилу делает. Дрон стилу. Да. Дрон стилу. Я держался практически целиком, выпил, но вот решил чуть-чуть поделиться своими эмоциями. Очень освежает, балдежный вкус, аромат просто нереальный. Смотрите, сейчас загадывает первый тот, у кого было первое задание с подмышками. Кто первый выполнял, типа, понял? Она уже представляет, она уже даже возбудилась, чтобы... Ну, дыхатель, ну, нос, рот не закрывая оставь. Ну, понятно, столько, хватит воды? Давай. Да, балдёж. Да, конечно, конечно. Только это, поставь... Наушники снимешь? Наушники сними, старый. Не, я это сниму, всё, блядь. Всё, не всё, только наушники. Арина, живи, блядь, давай. Давай уже, слышь, заебал, актёр, нахуй. У тебя роды, Арин? Воды отошли, да. Давай, Дима, хуярь мумию. Уехал, новый нянь. Бля, мне так Арину жалко, пиздец. А я уже загадывал. Бля, ну у нее такой пиздос, блядь, в этой пизде. Как будто к битве, блядь, готовится. Вот вы понимаете, что вот если мы тоже выполнять будем задание, если друг друга щадить будем, то, скорее всего, никто, ну, не поуходит. Да, уже первый раз. Да нет, слышь, ребят, мы договорились, что первую разыгровочную. Ну это понятно, ну просто я готовлю к тому, что... Next будет... Пизда. Короче, я тогда готовлю задание, чтобы вас нахуй выгонять. Да, готовь, типа, такие серьезные уже. На эту мумию, по-братски. Ну, то есть, ну, от моего... Он уже сыпется, бля, посмотри на него. А ему лицо надо? Не, сказал, пусть... Не, ну, может, типа, на лоб там, знаешь... Лицо охуенно, лицо. Не, лоб 100% надо, ты чё? Да. Она у него, блядь, она у него будет рваться, да, она же разделена там, типа, частями. Да. Я что у него надо? Потом. Вот он придумал. Надо было скотчем, знаешь, закреплять. Видишь, у него по руке стакатывается. Скотчем, да, блядь, а кто, блядь, 3 человека там, блядь, стоит у него? Ну да. Ну это, да, это сложно будет. Да. Что с ним, блядь? И ушел, блядь. Я не знаю, как. Он упал. Вокруг шеи хуя, просто Диман, раскрути весь рулон. Что тебе девушка уже нужна, Диман, ну самому сложно в этой жизни. 33 года. Не пизди там, блядь. А у тебя есть Магрица? Нет, не говорю. Нет, да. Как он сказал, он встречает самый красивый. А ты думаешь, почему он выебывается? Бля, я оказывается... Я настолько уебан, я спалил Макривского 2 раза. Оказывается, даже когда пьяный был, пизданул. Посмотрите, как он покраснел, посмотрите, как Макривский... У меня просто ощущений нету, блядь, и красный. Твоя стена, блядь, меня... А блокнот? А, точно, у меня блокнот. Блядь, смотрите на этом, ебать, стражник, нахуй. Полный рулон, братан. Просто хуярь без остановки, веселись. Арина, как дела, Арина? Веселись, говорит. Надеюсь, моя сетичка будет в порядке потом. Ты пока покажешь нам, мы оценим, блин, повреждения. Мы можем выслать тебе Димана, он там отполирует, что надо, типа, понял, шлифовщик. Димочка, что с тобой? Диман рыцарь, нахуй.
А что ему потом надо? Это доктор во время коронавируса чисто. Блять, катушка, блин. Бля, Диман, такой валенок, я ебался. А что, что он будет делать? Обливаться. Да кто знает, уже ничего, я уж передумал, бля, я новый придумал. А давай, обливайся водой, давай. Ему доставщик, ему курьер приехал. А у него дверь вот сейчас спереди и налево, смотри, вот здесь, да-да. Сейчас будет видно, смотри. Ой, ебать, жесткое задание есть. Чего, Диман? Он телефон ищет. Я сейчас заберу и сделаю. Я думаю, бля, я вот так вот. Открывай ему, открывай так ему, дядя, открывай так ему. Так он так и будет, наверное. Ну да. Маска носит первый тут. Когда боишься коронавируса? Значит, это новые технологии. Сексуальные, блядь. Блядь, за ним там плетется этот, блядь. А, бля, это пиздос. Фата. Как это хуйня с подбумагой? Прикинь, что сейчас с лицом будет и доставка, блядь. Ну просто мумия доставку сделала. Чел будет рассказывать, я мумии доставлял. Втулка, блядь. Да. Фу, блядь. Блядь, что это такое на голове? Бля, мы сейчас на Димана столько времени потратили, это пиздос. А он бы параллельно мог делать, типа, знаешь, кто-то. Я говорю, давайте я лизну под мышку и дам задание. Давай гасить уже всех. После этого. Да, сейчас будем гасить. Все, на Димане. Все, начиная со стила гасим. Я хуел! Да, да! Со стила гасим! Слушай, ты можешь делать уже жесткое задание заказывать. Так я просто ревну и все. Я начинаю гасить. Да, да, просто рофлили, мы же рофлим первым. Да, я просто по рофлить хотел, типа. Просто чтобы мемы были, типа. А-а-а, ребят, ребят, знаете, что нужно? Получается, смотрите, у нас сейчас не делал задание только стил. Только стил не делал задание. Да. Типа, а все, получается, пойдут по второму кругу. Да. Ну, значит, то есть, стил-то... Как только стил делать, он будет последний потом, да? Да, да. Я же первый был и последний еще. Мои глаза залило, да. Ебать, он довольный. Ебать, он... Морской котик, блядь. на голову, всю бутылку. Смотри, какая туалетка, блядь. На очках, блядь. Очки не снял, блядь. Смотри, камшот нахуй стал. Он растаял, блядь. Да. Шок, блядь, с мумией обкончали, блядь. Слава, Слава, все пишут, что ты прорекламируешь мочу, а потом в следующем раунде выпьешь. Ну кто задаст, типа, прикол, я скажу, что нет, а придется пить ему мочу, нахуй. А Ринка будет зыжать. Диман, ты не долил, Диман. А? Ты не долил. У Арины, по-моему, засходит. Охуен, ревизор. Диман, ты не долил, слышь, не долил бутылку. Блядь, здесь я боюсь. На втором, дядь, на втором круге уже не надо давать этот... Да я долью, все, я сяду сейчас и долью. Ладно, слышь, все, это похуй, да. На втором круге ты будешь давать шанс выбрать задание? Не надо, ребят. Просто, мне кажется, на втором не надо, уже надо отсеивать людей. Если только что был победитель, ну, надо отсеивать. Потому что, смотри, сейчас пока до стила дойдем, это уже 10 будет. Ну да, мы долго, мы полтора часа. Ты же не забывай, что там выйдет один чел, потом... То есть вы же рубиться будете до последнего, пока по одному не останется. Не, просто фишка в том, что, ну, типа, блядь, да, в принципе, да. Еще может эти все 8 человек сидеть до самого конца, блядь. Диман, красава, давай садись. Хуйня старая, не рассыпься, главное. Мужики, у Димана хуй встал, кажись, от холода. Встал от холода? Бля, это у него вся квартира в воде сейчас получается. Да. Бассейн. Я боюсь, это прикольное задание, понял, типа, за прикольное задание, слышь, целлофаном поклеить всю квартиру и просто воду налить в бассейн, чтобы был, да? Так, подожди, Ксюхе было облизать подмышку, да? Она сейчас старая хуйня придет, подождите. Подмышки. Хорошо. Если она откажется, то Дима кому будет облизывать? Давай, поехала. Я не откажусь.
Ксюха, Ксюха. Да, можно мне кому-то? Балдёж! Блядь, я... Балдёж, давай! Ёбки, я сегодня только всё сделал нормально. Фу нахуй! Бля, что-то, ну... у меня какой-то расфокус, что-то с камерами. У меня тоже расфокус какой-то, да. Расфокус, во-во. Конечно, уверен. Просто... Бля, что с камерами на... А сколько облизывать? Сколько облизывать? Всю улицу до следующего, до следующего круга. Почисти ей зубы. Чё там? Чё там? Чё ты, мумия, бля? Сойдись нахуй. А фасолька не хочет с другой стороны облизать? Да я готов. Но я хочу это посмотреть. Блин, еще... подмышка, либо я пью из его носка воду. Давай с носка. Так носка это выбирайте, вообще нет? Халява ебаная. Так вы же сами выбираете, халява. Нет? Лежи, лежи, пока не паркчи. Да, мне кажется, это прям вообще... Панк с ботинком. Блин, это халява, насколько там это халява. Блядь, ну у меня... Могу с ботинка с его. Мочу, ой-ой. Воду. Пиво с ботинка. Либо лежу. Ну. Ксюша, давай, блядь, что у тебя? Либо лежу. Давайте подмышка, подмышка, самая ебаная. Конечно, какие... Подмышку давай, блядь, доставай. Давай подмышку, блядь, подмышку, это подмышку, первый круг, это первый круг, разминочка. Сколько давай подмышку, лизать? Молодежь. Один раз лизу и... Один круг, да. У разминочной разогрей язык. Одну и другую, две же. Как ей лизать, скажи? Один раз лиз делает и все? Ну, мелко. Лиз. Лиз. Два лизка, да? Да, лиска! Нет, один лиска. Круг лизать! Или круг целый! Давай! Какой круг целый? Это не ванный кринж! Только не быстро, не быстро, не быстро только! Медленно, с наслаждением! Ну, блин, ну, крючок быстро не считай! Получай удовольствие от своей деятельности! Ебать! Другую давай подмышку! Ебать, ей понравилось, я ебу! Понимаете, то, что я сейчас чувствую себя уёбком, то, что ой, фу, типа, уебан! Да не-не-не! Нормальное задание? Вторую. А можно ту же самую, какая разница, ту же самую, да? Две же грязные. Ну ладно, нет, слушай, там типа пусть, партия, пусть новая две, партия. Пусть да, две помоют ему в натуре. А что это? У меня встал, чел пишет, а у меня встал. Еще раз вот это. Давай, да, второй, давай еще давай. Раз это. Давай. Только медленнее. Закинь вот так. Давай с удовольствием. Во, вот это балдеж. Надо варить. Язычок-то рабочий. Собаки. Язык-то а может он член есть, сделает на хромаке вот так вот, член. Ну что, у тебя есть член? Портится как бы, почему нет? У меня есть футболка Venom, я могу ее порвать, но она такая, я хуй его знаю, сколько она стоит. Да на копейки, посмотри на это уебище, блядь. Не, Venom это нормальная боевая хуйня. Я ебанулся, блядь. Venom это не твоя хуйня, хорошовая, блядь. Давайте, короче, похуй, я руку. И видим, в чем я сижу вообще, блядь. Ебо, так она, блядь, просто не порвется. Да, это Venom, это, блядь, ММА, нахуй. Я ебо, она не рвется. Она же рвет, блядь. Стой, может, хромакей? Так ты сказала мне то и то, ты выбери тоже. Ты, нет, ну по идее, ты выбирай. Кто выбирает Вилон? Ты выбираешь, ты выбираешь, братан. Я выбираю, да. Я выбираю. Да. Что, я ебашу, смотри, вот футболка. Сейчас ее рот выебется, нахуй. Сюда, нахуй. Бля, это очень хорошая футболка, она очень охуенная. Да он пиздобол, блядь, это футболка 800 рублей стоит. Я охуел, ебал, слышь, гугли. Слышь, небось полу тряпку взять, по которую на входе лежит. А что задание там стоит? Я уже штаны, например, тоже. Как стирать не хотел. Чел пишет максимум 2К. Это для боевых искусств, он где-то 2К стоит, да. А что за задание, блядь? А что за задание? Все. 1025. Все, а начинаем, все, ребят, задумывайтесь о том, что задание должно быть хотя бы раза в 3 сложнее. Это с фильма? Ну все, это Стилл, как раз ты сказал. Все, а давай за задание? Ну, может, у него нету, блядь, люди обычные, вот у него самая дорогая, это Venom. Типа, тут уже никак в него не проедешь. А ребят, мы можем пойти все смыть то, что у нас. Нет, ты можешь тоже слиться, но тогда она остается, а ты вылетаешь. Так пусть она схавает, пусть она схавает мыло, блядь. Вот, вот. Так я хочу выиграть, в этом интерес. Я могу не резать, засунуть, нормально будет? Весь в рот? Не-не-не, как ты весь в рот засунешь? Тебе надо прям вот... Она сейчас... Большой рот, давай, давай, покажи мастерство, весь, все мыло в рот. Большой рот, большие возможности. Ксюха, давай не режь, слышишь? Хуярь всю хуйню в рот. Большой рот, большое будущее, блядь, ебать. Бля, тут такую хуйню пишут, но это... Как пишут, загадайте Арине, чтобы она скинула интимку Караваю, блядь. О, он нам всем раскидает, братан, блядь. Вилон, а ты кого будешь кидать? Мне? Не, я Маша. А-а-а. Стил. А. Столько? Да-да-да, да, кайф, да.
30 секунд! Засекаю? Что пьет, как жвачкой. Тогда пусть бы его ела, я не знаю. Нихуя себе ела, блядь. Ебать, конечно, блядь. А хотя пусть пожует, нет? А можно есть? Да и нравится даже, блядь. Ебать! Вы мне говорите, что это хуйня? Попробуйте сами сделать, ебать. Да это хуйня. Что она творит? Ну я бы делал даже без обдумывания, ничего такого. А это целое мыло? А у меня, кстати, такого мыла нету. Нет, половинка. Да откуда ты только начал, бля? У меня уже 17 секунд. Ебать, он ее душит. Ебать, он ее душит, слышишь? Мне кажется, он мне не брат, мне кажется. Все? 30 секунд есть? Все, 30. Есть, есть, есть. Будете спрашивать, где напиток заказать. Как по вкусу? Братанчик, писать в директ, бля. Да, я думаю, это легко. Бля, я что-то такую хуйню сказал. Она же только что подмышку ебашила. Я вообще по ногам. Вообще, да. Да, это было слишком легко. Но ты не забывай, что следующий ход, она будет ходить под тебя и выкинет тебя. Не, я под него буду. Не, я тут уже... Бля, я вообще ничего не понял. Я не знаю, что уже ты под меня или она. А что делает? А что Димон делает? А что Димон делает, я не знаю, я так и не понял. Правильно же, да? Туда? Ну, над тобой, над тобой, над тобой прям. Давай, давай в люстру. Бля, пусть повиснет на люстре, повисит там секунд 30. Он что, бургер кидает туда или что, я понимаю? Яйца. Бля, на рабочем месте, слышите? А кто Славе будет загадывать? Диман. Бля, надо, чтобы ты ходил и 5 минут орал очень громко. Здесь жесткое задание. У нее столько времени было, я сразу. Пусть Диман хуярит, бля. Меня соседи нахуй так ненавидят, бля. Открой его на полный экран, Вать. Да не так, что-то они не так. Сильнее, ебаш. Из-под низа. Ебаш, прям в камеру слышишь. Из-под низа, спид низа кидай. Сюда, ебать. Откуда? Да. Ловил бомб. Ой. Ебать, у него. А у него натяжные или, мне кажется? Не, натяжные бы проминали. По-моему, там ничего. Там ничего даже не... Бля, слабак ебаный, блядь. Там даже ладно, ничего не осталось. Мне надо, наоборот, Диман подбадривать, потому что он сейчас загадывает. Диман, ты молодец. Слушайте. Из попочки куриный вылез. Для Славы. Ребят, слушайте, для Славы есть задание отрезать голову Герману. Это жесткая хуйня. Нет, смотри, я сейчас скажу нет, кому будет Диман голову. У вас типа все жесткое, потом по итогу Диман кидает в стену это, блядь, яйца. Ну да, согласен тоже. Да вы тоже заебете, то мы выкидываем, то нет, блядь, хуй пойми. Да, вы сказали, я сделал. Ты что, там яйца ешь? Диман, давай, что будешь? Давай бустеру. Ром, что бустеру есть? Ну я же сказал, отрезать голову Герману. Дим, чек рука. Хорошо. Я не трону Германа. Нет. Хорошо, что он будет делать? Ну, типа, что... Диман, что будет? Что Диман будет делать в этом если случае? Ну, тогда он что-то тоже разрежет. Охуеть, что? Равноценный, ну, равноценный Герману, ну, типа. Стол. Вот эту футболку могу вообще разрезать. Типа. Дай какую футболку. Футболку, да, твою рваную, бля, пуканую, блядь, в яйцах вся. Нахуй она даром не нужна, блядь. Иди в секонд-хенд сдай, блядь. Есть задание удалить Инстаграм. А потом ебаться с восстановлением, типа. Но Слава откажется, Диман, надо будет удалять. Тоже надо. Я могу, а если я откажусь, то мы выбываем? То ты выбываешь только. Да. Че за, давай, блядь, знаю, дай твич канал, блядь. Не, там жесткая просто тема такая довольно. Давай, Диман, что это есть? А хули ты стоишь? Да, ну, задание, я его просто сам, я уверен, скорее всего, что я, наверное, на него не соглашусь, я хуй знает, конечно. Так нахуй говорите, я не говорю. Но мы же жесткое хотим, а бустер может согласиться на такое. Пусть нет, пьет мочу, блядь. Он уже не, если ты сказал, что ты не согласишься, он нет, уже не согласится. Слышишь, Дим, пускай пьет воду с унитаза, нахуй. Да пусть тогда уже мочу пьет. Давай, ну давай, Диман, давай, Диман. А, блядь. Я не знаю, давай... Бустер, у тебя все ж продукты, у тебя есть там яйца тоже, есть творог, вот это все. Да. Ну, я не знаю, готовь омлет во рту и... Бля, мы скипаем пиздец. Ну, я просто не знаю, у меня... Я не знаю, но вы типа просто не хотите какие-то жесткие. Да, надо начинать уже делать такие задания, которые будут делать только некоторые люди, типа. Давай, я не знаю, давай ты... Блядь, намоти бандаж. Распиль Германа, блядь. Бля, дайте старому сказать, неуважение. Мочи бандану об свой сок и сиди в ней один круг. Нормально. Нормально, кстати. Бля. Ну, блядь, ну нормально, но легкая опять. А что же легкая? Не, ну смысл.
Ну вы даже не понимаете, что я могу себе просто носить в Одессу. А ее выжить можно или нет? Или прям так? Не, ну... ты сними видос и скинь в пачку там. Сними видос тогда, типа, вот что-то из бутылки. Ну это равносильно тому, что в этой игре только ёршиком, типа, вытереть голову, то есть. Ну да. Ну так выкидывайте друг друга, заебали. Не, я буду, я ёршиком буду делать сейчас, если мне сказать, я буду делать ёршиком сейчас. Не-не, Диман, давай ты так. Иди ссы, блядь. Стоп, а как Диман это сделает? Ну это легкая, типа. Пусть наш насыт шляпу его так. Не, я с Анину не очень хочу играть. Ты слова отказываешь? Ну, Диман, пусть сыт на фоне. Диман, тебя сам погоняешь, что ли? Не, я еще не погоняюсь. Загадал мне, говорит, я так и не буду делать. Ну тогда давай, блядь. Не хочу. Так ты. Ну, так не делай, все тогда. Так ты улетаешь тогда, Диман. Да я тоже не хочу. Все? Диман, ты сечёв на футболку. Окей, ладно, я все. Нет, это не тупое правило, это правильное правило, что... А я сейчас тереориал выгоню, бля, просто 100%, бля, я прям готов. Давай, все, тогда я пока убираюсь. Все, я пока пасую. Как же грязно сам себя кикнул, ебать. Да. Ты себя... красиво, может, и дела есть. Красиво. Загадал желание, блядь. Знаешь, я тоже сказал, что отъебать себя в жопу, тебя не буду так делать, я тоже, блядь. И все. Чё, Вадим, что случилось? Слиться на такой хуйне. Давай, ебашь его. Тем более, квартира не твоя, кресло как бы с тобой переедет. Ладно, как кресло, да. Ломали, блядь. Блядь. Ну же похуй, типа уже скипнем, блядь, на этот. Да давай не ной хуячи, блядь, быстро. Ты не забывай, Арин, ты можешь отказаться. Ты просто так выглядит, как будто ты не можешь отказаться. Ты можешь отказаться, и это будет делать я. Блядь. Она пишет или что? Да, вообще да, она красит. Видно, вон. Бля, прикинь, как бы охуенно было белой краской, блядь. Охуеть, блядь! Да. Фулл экран сделай. Давайте, да, короче, ребят, пожалуйста, давайте сделаем так. Если вы тупите, вот так вот, делайте хотя бы какие-то задания, там, блядь, я не знаю, что-то облить, нахуярить на голову, чтобы вы в дерьме сидели. Хотя бы так, хотя бы что-то такое. Потому что, ну, это... Бля, ну то... Это же не останется, да? Вот эта хуйня. Она же не останется. Это сотрется все легко, правильно? Сотрется. Нет, это стойкая помада. Да помада стирается. Нет, зачем помадой? Бустер, ты же сказал лаком для этих. Я сказал сделать вообще мейкап. То есть использовать все, то есть, что есть в косметичке. Ну, лак для... Ну, классно выглядит, кстати. Это придало такой редлайн, знаешь, такой немножко? Красиво. Давай, Маш. Я голодный, я ебу. А можешь прям так с банки, блядь, похуярить вот так, с банки? Типа так, если художники рисуют прям просто вот такие наплёстки. Ты долбоёб. Это у тебя кошка сзади или попугай? Что? Давай я тебе вилон показываю. Давай. Ну я думаю, что у тебя точно есть. Презерватив есть? Да, есть. Нахуя? В смысле? Ну всё. Жуй презерватив. Я думала на голову Арины, Мы играем в эту игру, у нас пацан живой. Вадя, ты в курсе, что у презерватива есть срок годности? Нахуя он тебе... Подожди, ну сейчас я гляну. В смысле? Я могу тебе дать, где? У меня есть, по-моему. А сколько ему грызть? Подожди, как... Ты можешь объяснить суть задания? Ничего, жуешь презик минуту, наверное. А в смысле, жевать просто? Пусть глотают. Типа заглотать, а как он там будет внутри? Узнаешь. Потом выйдет говно в презерватив. Ну это простое задание, пожевать, типа презерватив. Диман. Да. Бля, я думал, ты не знал, что ты типа подключился, я думал, сейчас угар будет. Бля, а что будет, если глотнуть презик? Не знаю. Не, глотать не надо, Из презика, или презик. Ну хоть заглотать, хоть. Давай я пожую, как тебе сказала. Пускай чай жуешь, чтобы... Арина, хочешь, отдавай мне задание, но типа... Вадим, ты злой, Вадим? У тебя в чате сидит чел Индианыч, он глотал. Он не глотал, он жевал. Он жевал, презерватив. Я ему загадывал, он жевал. Так она не говорит, она не может определиться. Она четко сказала задание, я взял. Она говорит, нет сейчас. Нет, да. Жевать? Да. Так ты говоришь, глотать уже. Не-не-не. Нет, блядь. Балдёж. Использовано. Да, давай, блядь, расправляй его нахуй. В смысле, зачем мне расправлять? Этого задания не было, блядь. Не надо. Это как ты жуёшь, блядь, ты девочка. По кусочкам, блядь. Всё, как смазка. АСМР сделай. Сделай АСМР.
Как бы что происходит? Один что минуты, происходит? Кто засек минуту, блядь? В чем задание? Вот так сделай, Эвелон, вот так сделай, Эвелон, вот так. Бля, лучше бы он уже носом его засосал и через рот вытащил. Будете? Пизда себе, Арин. На весь экран. Вать, надеюсь, поюзанный, блядь. Ты надеюсь, ты будешь сейчас собаке сраку лизать. Брат, поюзанный меня, брат, не волнуйся. А ты? Злой оставил, чтобы доюзал. Слава, Адизе, резинку жует. Видишь, ты жалел всю игру, а теперь, блядь, тебе пришло, блядь. Мысли, мне сразу, у меня первое задание было сгущенкой обхуяриться, я охуел. У меня волосы выпадали, блядь. Я тебе говорю, ты говоришь, ну типа, жалеем, и в итоге смотри, что вырастает. Тебе досталось. А, бля, это не хватит сейчас. Сколько минут? По привычке, Ваня. Сколько времени, блядь? А, никто не засекал. Никто не засекал! До конца круга следует. Закончилось? Закончилось? До конца круга. Пока не растает. Нет, до конца круга. До конца круга сейчас тебе будет, блядь, дядь. А сколько она сказала вообще? Одну минуту, все прошло. Одну минуту она сказала. Я все думаю, уже прошло. Знаешь, только сижу, Диман, говорю, Диман, соси мне, блядь. Бля, братан, вот такая подойдет, ёмкость. Диман такой, я не буду. Я не буду, и ты должен. А я буду, блядь. Ты просто в хуй ему, как, знаешь, как пиявка, блядь. А ну, покажи, сколько это? Не крути. Ну, вроде нормально. Показывай продукты. Так, это молоко, да? Это йогурт. Ну, почти. Молоко есть, да? Да, есть. А нет, давай йогурт, давай, чтобы густой там. Давай, наливай. Процентов 20, давай 30 йогурта. А ты можешь нам камеру сделать вниз, чтобы мы видели примерно все приготовление? Я тебя ненавижу. Давай. На тебе что, мерч варпача? Да. Хатыщ. Хатыщ. У нас уже 3000. Дальше, наоборот, дальше. Что? Шоу еще долго будет? Сейчас, подожди. Трупите медленно. Да, ну да, нам надо быстрее. Наливай йогурта 30%. Если он будет это долго делать, он может пока начать генсухи придумывать. Ну, если у него есть идейки заготовленные. У меня есть. Я вам рассказываю идеи. Можно финиш с наказанием поставить и все. Ну. Давай, лей, не жалей. Давай консервы сюда. Что, нету. Давай еще лей. А нету уже. Поверь, он будет полный, не переживай. Ну, типа, он все равно будет полный. Давай. Да нету. Давай консерву хуярь сюда, Дер. Консерву хуярь. Блядь. Че пиздишь, там еще есть? Да похуй, нету. Нормально. Мы сейчас дольем, не переживай. Там давай. Он сейчас выебывается, он сейчас наоборот будет. Лучше бы он долил вот это сейчас. Давай. Две хорошие ложки. Прям полные туда хуярь. С горшки. Давай, нормально, две. Балдеж. Давай еще вторую. Давай вторую. Ну, блядь, дядь, ну это, блядь, плюс блевотина. На Ксюшу, посмотрите, она такая... Давай, вторую. Ксюша голодная, она уже хочет, блядь, слышишь? Перемешай. Можешь перемешать сейчас, просто, ну чисто, чтобы мы понимали. Перемешай. Мне вообще похуй, блядь. Давай теперь слой... Слой... А ладно, слой, куда ты... Слой вот этого йогурта, видишь, который у тебя слева? Посмотри, какой это пиздец, дядь, это плюс... Вот этот йогурт, который у тебя, видишь, такой открытый стоит. Вот его. Берешь и туда половину. Мне кажется, его хуярит, слышишь, уже от этого запаха. Там еще что-то, Вадя, майонез, кетчуп, что-то. Да, сейчас. Тут уже от осознания того, что сейчас ёмнет, уже должно хуярить, типа, тошнить, бля, он такой вкусный йогурт заказал. А по факту это может быть и невкусно, это может быть нормально по вкусу. Поэтому я говорю, хуярь йогурт. Не забывайте, что если он сейчас начнет блевать, типа тошнить его, не блевать, а... И он откажется, то должен это будет сделать Вадя. Да, я сделаю, Да. Любой, если вы придумайте будет, любой, если он... любой. Ты... Он целиком должен выпить или нет? Смотри, теперь, чтобы хорошо пилось, доставай пивасик. Нормально, рыбка с пивом. Давай, бери рыбка с пивом, потом йогурт. Давай, доливай почти до конца. Почти а до что, конца. Сейчас, подожди, смотри. Хуярит. Сейчас, доливай почти до конца. А не надо, нет, много. Сверху чуть-чуть оставь. Да хорошо, там будет. Ну, нет, воды, вопрос, сколько он выпьет, но воды он лучше, чем больше в жидкости будет, тем лучше. Да, тем больше ему будет более жидкое, да. Проще пить. Ой, слушай, вот смотри, у него уровнями коктейль. Давай. Да, уровень. Плотность разная. Все, остановись. И теперь сверху сгущенкой так, вот сверху сгущенкой. Да, это сладкое.
Ну так заебись, ему охуенно будет. Надо что-то типа. Он же о нем заботится, заботится. Нет, острое не надо точно. Ну, типа, острое не надо. Будет хуево. Острое не надо. Там и так уж хуево, брат, там что-нибудь добавить. Давай. Не, уксус точно не надо, уксус вообще пиздец. Если язва, пизда ему будет, если язва. Острое не надо, ничего, это. Вот это нормально, там ничего плохого нет. Наоборот, сладенькое. Нормально там. Сладенькое. Просто блевотная хуйня, и все. Ой, хорошо. Чуть-чуть еще, чуть-чуть, чтобы послаще было, послаще. Вот, приправы еще. Давай, я так понял, давай, мешай. Мешай, мешай. Я бы ни за какие бабки эту хуйню мне выдал. Мешай, мешай. Мешай, злой. Бля, сейчас все. Бля, злой, я бы на твоем месте вышел. Я бы, то есть, вышел и посмотрел бы, как Эвелон делает. Бля, мне жалко его, у него язва. Не, там нормальные продукты. Там нормальные продукты, типа. Смотри. Там принесет только же. Смотрите. Да, просто принесет. Блин, я не думаю, просто что он полный. Я не думаю, что он полный выпьет. Да никакой он глоток не сможет сделать. Нет, ты сразу говори, сколько он должен, потому что. Хорошо, уши. Ты видел, как он пил йогурт с водкой? Или что он там? Сколько ему пить? Молоко с водкой. Блять, Ваня, ты хочешь его выгнать или ты хочешь? Хорошо, ты думай, сколько ты сможешь выпить. Хорошо, подожди, я выпью, так и 100%. Я буду блевать, но я выпью. Ну ты пусть весь пьет. Хороший, ну тогда пусть весь пьет. Нет, нет, три глотка слишком мало, вы что, рофлите? Пусть весь. Это много, это много, блядь. Вы играете на вылет. Хорошо, давай весь, давай весь, ладно, давай весь. Какой? Не надо. Я по тазик, я иду тазик беру, давай. Вдруг меня вырвет. Давай. Подожди, а если он блюет? Блюет, так блюет, ничего страшного, нет, в обратно не работает. Смысл? Там следить надо, потому что он может блевать, не глотнув, типа делать. Да, надо глотать. Да, не, конечно, надо глотать. А там, что он показывал? Только я тебе сразу скажу, чтобы ты понимал. Там пол-литра, тут пол-литра, тут-то пол-литра. Ну хорошо, 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 я могу согласиться в принципе наполовину, если ты не будешь блевать, если не будешь блевать. Хотя нет, давай, короче, давай похуй, хуярь весь, мы... Слышишь, злой, чтобы легче было, мне кажется, большими глотками нужно. Смотри, злой, только вопрос к тебе такой, точнее, правило. Ты не можешь вот так набрать в рот воды и выплевывать, ты же понимаешь, да? Должен проглотить. Надо. Если оно выйдет уже снизу, то тогда базара ноль. А так, типа... Бля, я объясняю челам в чате, который пишет, что я, типа, что-то говорю и сам бы не сделал. Я не соглашался сюда идти, меня Вадим позвал. Нет, да. Это наоборот охуенно, он дает задание, мы бы так тупили из-за этого. Пошел. Ой, красава! Ебать! Красава! Как на вкус? Как на вкус? Это, походу, нормально. Спасибо за рецепт, пацаны. Буду не пить. Нормально на вкус? Нормально? Ну все, значит, пей до конца просто все. Не-не-не, надо было сверху 100 сабок накинуть. Было. Давай, пей. Это сгущенка все сделала. Да, ну видишь, вот вкусно. Красава, молодец. Он сладкий, да? Он сладкий? Блять, что-то жопу подрывает, что-то. Нихуя тебя как узкий так будешь. Дядь, так быстро, блядь. Дядь, тебе надо пить быстрее, потому что, ну, типа... Подожди, я ж не могу, тут дохуя жидкости, брат. Давай хуярь. Ты размешай, ты взял ложечку, чтобы тебя... Ты размешал? Ой, блядь. Блядь, дядь, сейчас рыбка поет, балдёж. Так аппетитно выглядит вообще. Да. Да, помешай. Ебаная. Блин, ну кайф же, нет? Смотреть, давай. Конечно, кайф. А вот делать хуй знает. Бля, ну у него даже нету рвотки, смотри, у него рвотки нету. Вот сейчас есть. Походу появляется, да. Пошла. Рыбка, да? Рыбка. Закусывай. Бля. Ребят, это не смешно вообще. Там сейчас рыбка. А запить можно чем-то, блядь, другим? Не-не-не, ты чё, потом, в конце только. Да бессмысленно, типа. Запьешь в конце? Злой. Давай. Давай, злой, о, давай, красава, злой, давай. Давай. О, боже, злой. Красава, давай. Вот. Тай. Красава. Все, молодец, все, лучше. Браво. Сильно. До дому нахуй. Все, молодец, давай Наташа теперь. Злой, выкидывай Наташу. Офигеть. Да. Она легко это сделает. Легко. Да, это же трусы. Она в него... Это изи, это лайт, хуйня. Не, короче, я хочу, чтобы ты... Смотри, я хочу, чтобы ты сейчас... Вот эти все вешалки, которые сзади тебя... Да вот сколько все. Можно? В жопу себе засунешь все. Нет, ты сейчас, смотри, берешь все вот жидкости, которые у тебя... Кетчуп, майонез, молоко, мне похуй.
Ты сейчас все эти вешалки скидываешь вот так нахуй на землю, заливаешь туда это все дерьмо, и там туда залетаешь, угу, и начинаешь плескаться тупо. Хорошо, только сразу скажи, что делаешь ты, если она отказывается. Ты кидаешь кучу вещей, и там... Нету вещей, блядь, что ли, нахуй. Все, хорошо, базара ноль. У Злого не такие вещи, как у Наташи. Тебе нужно потерять, что тебе больше 50 тысяч висит там. И да, ты тупо минуту там плескаешься, и ты такая, я дельфинчик. Что она выливает, скажи. Кетчуп, майонез. Кетчуп, майонез, молоко, блядь, йогурт, блядь. Ну похуй, что, типа. Блядь, что с фокусом, сука? Так она вся в муке будет. Вот не так, блядь, переворачивай нахуй эту вешалку. Мои новые, я даже это платье не надевала. Меня не ебёт, блядь. Походу и не оденешь. Сделай нам весь экран. Вечалку нахуй! Она меня слышит? Надо по всему полу! Наталья, вы друг на друга накладываете. По всему полу. Не, вот так, такую кучку небольшую, как она. И пускай там болтыкается. Все вещи нахуй. Купи шкаф. Серега, купи шкаф нахуй, чтобы я больше в кадре не видел, блядь. Твич тоже, блядь, давай, все, тигры вот эти, блядь. А твич дерьмом залей. Все, ночнушка ебаная. Подожди, по всему. Она будет эту хуйню убирать, ну, вешалки сами. Блядь. Вешалки тебе лучше убрать, слышишь? Это пиздец. Я сейчас могу поближе сделать камеру, хотя... Убери вешалки с вещей. Не, нормально, все видно, все нормально видно. Нормально? Бенцуха, ты меня слышишь? Да, убери вешалки с вещей, почему? Потому что ты можешь пораниться, если там будешь болтыхаться. Не-не-не, они не царапаются, забей. Смотри, так ты будешь туда-сюда, чтобы ты вся туда-сюда, грязная была. Ты будешь как я рыбка. Я поняла, что я буду вот так. Крутиться, крутиться. Сколько денег сейчас лежит? Ну, 1300, наверное. Нихуя, 200. Нихуя у нее вещей, блядь. На самом деле, по факту. 50 тысяч выиграть. Разбивай. В этом-то весь и прикол, что не факт злой, что злой это будет делать. Рецепт, слушай, рецепт, послушайте. Злой сказал сделать 100%. 5 яичек туда. Так. Только прям кидай, прям кидай их туда. Без шкарлупы. Без шкарлупы. Без шкарлупы? Разбиваешь и как так, вот так, и хуяндок разбиваешь. Как омлет по утрам ебашь. Как омлет. Блядь, мои вещи. Давай. Боже. Это тут еще манерзи, блядь, ну похуй. Да это вообще хуйня полная. Там вообще столько, блядь, блядь, еще рублей надо. Где там 300 тысяч, блядь? 5 яичек, давай. Оп. Давай, солью не забыть. Вот так, да. Класс. На все вещи сейчас будут падать. Сука, на все вещи. Пусть на разные шмотки. Я сейчас забегу туда, сам нахуй это все сделаю. Видите, что она сделала? Она сейчас будет хуярить только на свой мерзь бесполезный, видите? Я ей говорю. Нихуя, на все. Так она слышит тебя, говори, что за... Она только на мерзь верит. Так, слушайте меня. На все вещи раскидаешь, блядь, и жестко кидай нахуй об землю. Об землю кидай. А на свой мерзь кидаешь. Похуй на мерч. Нет, она у меня тут вокруг. Ты просто не видишь. Пусть она мерч вниз. Пусть она мерч вниз положит. Просто это яйцо не видно. Землю. Просто белок не видно. Белок кинь не это видно. Яйцо. Возьми, сожми это ебаное яйцо и кинь вот так его, она любит мерч, блядь, свой. Блять, да что она яйца бьет, блядь, там так. Наливай нахуй всю. Вот в это молоко, чтобы оно там все было. Мне похуй. 4-5 яиц, да? 5 яиц. Это обязательно. Я сейчас. Надо было вместе со скорлупой туда хуярить. Давай, не, со скорлупой опасно, вдруг поранится. Да че он? Молочком, заливай молочком, я скажу, когда хватит. Вот это моей голове, когда мне, блядь, давай, блядь. Когда не хватит. Жестче. Музыку, Вадя, подбери веселую. Заливай молоком. Вокруг. Давай. Вот так, как бензин. Вокруг. Больше, блядь, вокруг. Еще, дальше, выше. Выше, блядь, выше. Вот так, блядь, по кругу. И на гитару еще ебни маленько. Восьмеркой, блядь. Она в одно место льет. Блядь, у Серега. Она по платье не хочет хуярить. Пускай Серега выйдет посмотрит. Больше, блядь, это жестче, блядь. Забери Серегу, блядь, пускай. Ебать, балдёж. Сожми это дерьмо двумя руками. Не-не, все, там нету, да ничего, походу уже. Да она в одно место залила. А теперь, стой, слушаешь меня? Бери муку, становись туда. И просто вот так подкидывай и раскрывай муку, чтобы она на тебя высыпалась. И начинается тупо крутилка, блядь, начинается. Давай. А может она пусть ляжет и вот так вверх будет хуярить мукой? Да, давай. И типа, и будешь кричать, я пирожок, будешь кричать, давай. Пирожок, я пирожок. Чего стоим? Наташ, пока не поздно.
Да уже все, блядь, куда поздно. Надо чуть раньше решение принимать, блядь, перед тем, как первое яйцо разбивало, блядь. Ты уже сделала большую часть. Остановись на колени, бери муку, разрывай и кричи ты пирожок. Пирожок. Ой, не мало муки. Паша, на майонез забыл. Майонез. Майонез, я его вылила. Нахуй нужен. И кетчуп весь вылила. Нахуй нужен. Становись на колени. Фига себе. У меня новые вещи. Доминант, блядь. Да, олень. Как она делает, блядь. Как она медленно это все делает. Это пизда. Сейчас бы залетел, бы показал, как надо, блядь. Я бы разогнался так с этого. Ты помнишь, как мы Генсуке загадывали желание? Пиздец, зять. Помнишь, как она не могла и шлюха покричать? Её надо уговаривать. Злой, так ей же хуже, чем дольше она это делает, там вещи все пропитаются. Я так не хуй делал, я бы ещё нас... 300 тысяч так выкинул бы нас. Он говорит, я бы ещё нассал бы, блядь. Я бы нет. На колени становись. Ложись туда. Балдёж. Сука, быстрее, блядь. Вообще не мое предпочтение, сука. Давай, и муку хуярь. Муку на себя сверху вот так. Сними это полотенце, ёбаные. Надо, чтобы она легла полностью. Легла полностью и вот так крутилась. Что? Полотенце. Давай. Да не ной ты, блядь. Блядь, позови Серегу, пускай. Давай, я пирожу. Серега на неё вот так сыпет, блядь, как это. Натуре, она сейчас. Как? Мне места просто не хватает. Просто сейчас. Вот так вот, как священник. Как священник. Давай. Пускай, может, Серега ее посыпет. Слушай, я тоже думаю, может, реально Серега? А Серега может тебя с мукой сверху посыпать? Серега может сверху мукой сыпать? Может. Не, может. Он не будет участвовать. Почему? Не будет участвовать в этом. Ну, не потому что. Окей, ложись. У меня уже все давай. Просто сырое. Давай, блядь. Давай. Ты сейчас подкидывала вверх и кричала, что ты пирожок. Давай. Полотенце. Давай, херач, кидай. Полотенце нахуй. Полотенце нахуй. Я пирожок. Да, сука, жгущий, блядь. Да не так. Высыпай. Убери полотенце. Полотенце. У меня волосы как попало будут. Ну, балдёж. Давай. Убирай полотенце. Пирожок, давай, блядь. Полотенце обязательно, но это с полотенцем вообще чит лютый. Давай. О, пошла жара. Херач на голову прям мукой. Да, на голову втирай в себя. Они чистые, блядь! Насрать! Втирай так, себя давай, муку! Всё, Натах, на себя высыпай я муку, помните? Я не понимаю, нахуй вы мылись, блядь, мы никогда не моемся. На себя муку высыпай. Высыпь на себя эту помощь. Всю, всё, давай. О, балдёж! Всё, пирожок. Я пирожок. На себя высыпай, блядь, нахуй это дерьмо, да. А теперь по штату Лёшка, в этой хуйне вот так кувырки наматывай круговые. Как? Вот так, наматывай, мне похуй. Просто крутись, блядь. Туда-сюда, блядь. Давай, блядь, наматывай эти вещи, блядь, перенесай. Давай, блядь, пошла. Ебать, блядь. Бля, балдёж. Нахуй вы меня посматривай это дерьмо. Ну нормально, кстати, нормально. Всё. Пизда. Посмотрел я на два ваших последних задания, я уж тише воды, ниже травы стал, сижу, молчу в ахуе. Вот так, молодец. Я уж сижу, просто смотрю в ахуе. Чел пишет, бля, очень жаль сучку. Наташа, придумывай, Андрей. Слышь, если это завтра чемпион, тогда пускай, чтобы отжимания нам не убирать. То есть он делает одно отжимание, потом одной рукой берет ложку, хавает, то есть и второе. Ну так раз 10 примерно, давай, чтобы не было не слишком дохуя. И раз это коньяк, и чтобы было... Твое дело. Делаем? Да, давай делаем. Что? Я без отказа делаю, понимаешь? Красиво. Слава там, слышь, Вась, Слава там под шумок уже бутылочку опускает. Я не буду делать, блядь, но он не просто повторит. Ну я же сказал, мне понравился напиток хороший, блядь. А может твой напиток ёбнешь, брат? Бля, у тебя какой-то... Слышишь, дядь, у него есть перец чили. Да, кстати. Ну что он сожжёт? Он мог... Опять же, перца чили, у кого-то есть еще перец чили? Я вас слышал. Не, вот смотрите, давайте так. Я не отказываюсь, да? Но у меня какой-то карт-бланш будет, типа. Нет? Какой карт-бланш, блядь? Карт-бланш. Ты, блядь, слова научись. Что ты сказал? Краб-бомж, блядь? Дубоёб, карт-бланш. Крабс. Мистер Крабсбургер! Блядь. Мне... Слышишь, злой, мне готовить уже под... Не, брат, у меня есть задание получше. Получше?
Бля, Зло, я знаю, что я очень сильно надеюсь. Я очень сильно надеюсь, что ты мне не заставишь что-то разбивать в доме. Ебать! Ты не заставишь мне что-то разбивать? Ебать, это прикольно. Ну, я имею в виду именно саму квартиру. А прикинь, стилу понравится, будешь постоянно завтракать. Я только из-за этого, типа, парюсь. У меня есть задание, но я не знаю, смогу ли я его... Надо было с пивом, слышишь? Надо было с пивом. Давай. У меня нету пива. Давай. Короче, я нашел задание. Камеру по... А, нормально? А там нету. Нормально видно? Чуть-чуть повыше, прям чуть-чуть. Подожди, я же... Да, чуть-чуть повыше. Как собака, блядь. Бля, я заебалась, я буду уж ходить. Готовлю, блядь, как вместе собаки, сука. Кто следующий выполняет задание? Чё, летели, может, на этом, можно на этом круге завершить и Next продолжить. Согласен! Ха. Не, серьезно, мы можем круг один закрыть. Вот вылетел, круг. Так неинтересно. Не, ну надо хоть еще, чтобы один вылетел. 100%. А то и ребята, два, а то вы так... Не волнуйтесь, я решу этот вопрос. Нет, вы... Бэки, на самом деле, мы очень жестко, типа, смягчали правила, знаешь, типа, думали. Да, но то сейчас... Я предложил дверь вынести, нахуй, там, типа... Да не то, что смягчали, просто но хаос, надо было подготовить заранее задание. Ну, мне так жалко так стало, мы на вашем задании, мы на вашем задании почти 40 минут сидели. Смотри, как хуярит. Раз. Побольше коньячка, ой, чаю. Жуй-жуй, братик. Давай. Два. Давай, ложечку за меня. Оп. А сколько надо, 50 раз? 50 раз. Нет, 10 раз. 10. Ебать, прожевывай, братик. Там видно все, да, блядь? Два. Ложечку. Три. Побольше водички. Балдеж. Балдеж. Нормально. Давай, кушай, кушай. Не жалей завтрак. Завтрак это важно, брат. Брат, самый не... важный прием пищи. Чай такими дозами убивает нахуй просто, я тебе говорю. Четыре. Побольше водички. Побольше, да, побольше возьми. Молока возьми, братишка. Побольше, блядь. Выше. Побольше, давай. О, куда стряхиваешь? Оп. А, балдёж. Челы пишет, блядь, есть такое жесткое реально для Арины задание. Эппа. Побольше. Блядь. Я буду... Я сейчас Арине буду загадывать. Чат, вы хотите это, блядь? Не знаю, напиши, напиши в лучшие, напиши в лучшие, пожалуйста. Не, я могу сказать. Я могу загадать Арине, чтобы она сейчас сделала на теле боди-арт. Восемь. Но ей она легко может. А уже банят за боди-арт на сиськах. Нет, не банят. Не банят. Нет, ну в смысле, ты можешь футболку еще какую-то там надеть. Ну, типа... Там надо заклеивать соски. Мне в ебучую сытую тарелку положили нитки. Нормально. А то вдруг понадобится. Да. Вадя, ты сейчас это пизданул, и Злой тебе загадает сделать боди-арт, блять. Да. Спасибо. Ну, это легко. Спасибо за рейд. Да? Спасибо, Дисон. Я хочу посмотреть, как Вадя будет делать боди-арт. Нет, типа... Нет, то есть в смысле, ну я могу, блядь, сделать. Ну, это надо какую-то... Это нужно футболку какую-то же делать, да? Нет, это просто заклеить. Нет, тебе надо заклеить сиськи надо. Да. Ебать! Чё, как? Ох, ебать, рот горит, пизда. Как думаешь, сделал бы 30 с этим, с тарелкой? Хорошо, я могу сделать, только мне... Ебать! Надо подумать, чем мне делать. Хорошо. Так, ребят, а сейчас получается... Стил... Чем мне делать? Смотри. Нет, для Арины это не контент. Я мог отказаться, он бы это не вкурил никогда. Сейчас мы поняли. Как нам их поменять, вебки? Никнейм на Дискорде. Вы не представляете, на чем Диман улетел? Это вообще пиздец, кто только сейчас пришел, блядь. Он сам загадал задание, бутер отказался, и он отказался. Я тильтанул немного воде из-за уборки, пиздец. Сколько яиц? Сколько яиц? Одно. Три, он сказал. Три, блядь? Дим, похуй, закажешь клининг, помоют, похуй. Что там, да еще, блядь, я не знаю. Видите, у вас клининг короче. Есть, у нас нет ничего. Не, по-моему... Блядь, вы что, в сарае живете, блядь, не хуя бы ты клининг, сука, взялась да убрала, что ты? Да пошел ты, блядь, я заебалась уже. Каждый, сука, ебаный день почти, блядь, за псом убираю, никто не убирает. Так а нахуя вы позаводили-то? Бона воняет. Бля, слушай... Давай, яйца! И мартини заливай, все, мартини. По-моему, такой коктейль есть, слышь. Блин! Прям полностью, вот тут полностью заливай. Если воду не заливаешь, полностью заливай.
Пошел, ебать, пошел контакт. Ну, не... здесь слишком дохуя. Так он же про это, про тап... Ой, про... Да, ну, меня-то капаешь, уебок, я-то тут при чем, нахуй? Сколько еще лить там дохуя уже? Гражданская война пошла. Сколько надо? Что еще можно добавить? Давай, мыло или шампунь, может, слышишь? А, шампунь нет, шампунь нет, брат, я поверю. Мыло тоже нет, мыло хуйня. Че добавим туда, слышишь, какую-нибудь рыбу? Я не знаю. Майонезу добавьте, все, и все. Майонез есть? Наверное, хз. Давай, тащи! Бля, ща обльется нахуй. Он может пасту зубную еще ебнуть. А ее, по-моему, тоже же нежелательно глотать, не? Кого? Пасту. Да нет. Ну, людей, да? Паста, ну, типа, в детстве хавал. Паста по-любому попадает, когда ты зубы чистишь. Это фу, хуйня, что ты говоришь. Не, ну если дохуя прям сожрать хуёво же. Надо это замешать, да? Да. И похуй, давай тащить зубную пасту, поебать, раз уж ты заговорил. Бля, знаешь, классно было, если бы он ногой замешал. Зубную пасту. Дрон! Ал. Зубную пасту ебашь, нет? Ты уверен, что зубную пасту надо? А, нормально, немного. Я же, не дармоед, блядь. Да стой ты, блядь, как это... Да я мешаю, блядь. На самом деле было бы жестче, если бы заказали с другого ботинка, потому что со своего... Нихуя ты ебанутая, блядь! Нормально. А теперь, Рон, что ты достал? Вилку? Не-не-не, брат, ногой мешай, ногой! А, нихуя ты охуел, блядь! Задание на ходу придумал! А что я не могу, блядь? Ты же на ходу придумал! Да не-не! Ты же на ходу придумал! Не-не-не! Ну, у меня тоже на ходу придумывали. Так в смысле, если он так, что он должен будет сейчас делать его? Пусть на ходу придумывали. Нихуя, нормально. Ну, смотри, Генсуха на ходу придумывали. Ариньян, сука, пиздец, ей на ходу тоже придумывали. Ей вообще... У Ариньян вообще пиздец полный был, нахуй. Что нужно сделать? Ей на ходу все придумывали. А чего я отказывался? Я ни от чего не отказывался, кстати. Че? А что делал Ариньян? Бля, мне сейчас злой загадывает, как будто вообще меня нахуй ненавидит, блядь. Стул засрала? А. А даже Злоти уже придумал. Дверь выбить. Злоти придумал задание? Чё с пыльками, слышишь? Ну хотя ты кто нормально. А если у тебя есть какие-то, напиши мне ВК. Я могу озвучить. Не надо пока. Так, а... Ну я ему покушать заказал. Мы сейчас туда захуярил, оно всё прольётся. Да. Как сделать? А, ну ладно, тогда не надо. Да, прольётся, да, не надо. Нахуй я ногу мыл. А кто кому потом загадывает? Чтоб чистая была, блядь. Похуй, давай так, мешай. При одном аппетите. Все, и доталло, окей, доталло прям, доталло до конца. Блядь, ну вот здесь очень дохуя, честно. Камера. Блядь, ебаная. Все. Сейчас только, знаешь, включается, а подинок пустой же. Ну я выйду. И Ксюха такая за брата чисто, блядь. Видите квадрат? Да, он выпил, я видел. Тихо, пошел. Слушай, я не могу смотреть на это. Блядь. Он вкусный дрон. Ничего такого. Ебать, он вообще тире. Бля, мне кажется, они выиграют, мне кажется. Они брат и сестра, они ебнутые. Ебать. Им вообще похуй. Ааа, ебать. Да не, все, забейте, они выиграли. Я не знаю, блядь, кто-то... Посмотри, меня сейчас вырвет. Фу, блядь, как ты можешь это делать? Бля, у меня очень рвотные рефлексы такие, пиздец. Брюхо вообще жесткий. Мне нельзя заказывать жрать. Я вроде готов жрать, но мне кажется, я буду так блевать, нахуй. Не, красавчик, посмотри, блядь. Похуй, как будто, знаешь, как мне будто кажется, ребят, наслаждайтесь бустером, его сейчас не будет уже. Давай, Наташ, либо я режу, либо укулеле Фасолькину хуярят. Наташ, ты гитару разъёбывай. Фасолька уже стала, напряглась, блядь. Не, знаешь, типа, похуй на шторы, типа, гитара важнее, типа, вот ты про... И даже если так ставить, типа, то гитара важнее, чем шторы. Ну все тогда... Ну давай, для контента срезай нахуй половину, блядь. А ты гитару не хочешь ломать, потому что она тебе дорогая или потому что шумит? Да, потому что она типа для меня важна просто. Ебать, она ножницы взяла. Давай, let's go. Она резать пошла? Пошло! Давай! Пошло! Вот это уже другое... Посередине! Ровно половину срезай нахуй. Ох, ебать. Слышь, как выпал на экран, пожалуйста. Ебаш, похуй. Пошла жара. Бля, утром проснется с первым солнцем просто, лучиком. Серега в комнату зайдет, что, блядь, здесь происходит?
Ламина... Слышишь, этого паркета ламинат нету, бля, шторы разрезаны, нахуй. Матрас штукатурка снята, бля, обои сорвали все, пизда, бля, мебели нет, нахуй. Чё, а так очистили, бля. Ваня, да. Экран сделаем. А, извиняюсь. Нормально. Слушай, ну, кстати, вы в курсе, что есть такие... У него сзади тюль. Есть такие шторы, знаете, типа тюль, а сверху, типа... Кстати, у нее еще и красивей будет. У нее и красивей. Наташа, это дизайнерское решение. Да, дизайнерское решение, реально. Задание дизайнерское. Вообще. Подожди, а было всю, да, Андрюх, всю? Всю? Надо всю или что? Да, всю. Да. Да. Еще, да. Вторую половинку. Да. Вторую. Блядь. Смотри, как охуенно выглядит. Нет, так, это не очень дорогие шторы, что вы несете. Ну, типа... Максимум, наверное, 20-ку, блядь. А там цветок у нее свежий стоит? Или что? Цветок тоже режем. Да нет. За что цветок, блядь? Следующую игру, короче, в комнате вообще нихуя нету, пусто тут. Слышишь, Андрюха, охуенно было бы взять гитару и разъебать вот это все, видишь, татуэтки, все это. Да, да. Так я на это и рассчитывал, но видишь, ей дорогая гитара, типа. Дорогая гитара к обеду. Кстати, это, кстати, даже прикольно выглядит. Ну да. Очень классно выглядит. Да, да, очень. Дай бог этого Гина загадает что-то. Генсуха, а зачем замучился, брат? Не дай бог она что-то с моей кухой. Да я ебу, меня само мутит. Смотри, что и ровно, блядь. Хорош, ебать, все. Злой, вообще. А мне кажется, она сейчас очень злая была. Хорош. Отключите сапчат. Пиздец, вы не должны увидеть. Хватит уже ровно, сука. Смотри, как ровно порезала. Охуенно. Молодец, пирожок. Блядь. Заебись. Ой, шторы, да. Молодец, пирожок. А у тебя есть клей-момент? А в чем смысл клей-момент? Либо бдыщ, просто хуяришь по ней. Просто, да, просто хуяришь по ней. Бля, а сейчас будет такое плачевное видео, если он согласится. Но даже если он не согласится, Генсуха будет сейчас хуярить Клау, бля. Да, да, да. Бля. Нечего терять, блядь. Генсуха уже все, она уже во все тяжкие, нахуй. Я уже штору, блядь. На него это сварнило, нахуй смотреть. Я помню, как он радостный был. Он ее купил. Что? На целый экран злого. Злой, а она есть сейчас в наличии? Да кого это ебёт, блядь? Нет. Ебать. Удар, куда её? Куда? Ебать, жёстко. Всё, ещё, ебашь, похуй, ну уже доталкивай. Молочко убери. Контент, молочко. Чё, телефон сейчас экран разобьётся, чекайте. А теперь дотуши, типа, чтобы вообще не заработало. Пивом, блядь. Она не знает. А, ты же можешь новые кнопки вставить, она будет работать. Да, можешь кнопки заказать. Ну там не факт, что там не все будет работать. Он ее всю расхуял. Потестим. Не, ребят, вас тут выиграет либо злой, либо Модестал. Да. Не, почему? Еще Вадим может. Да, Вадим тоже. А я типа хуй пиздец, блядь, отказываюсь от всего. Не, Сэм, ну тоже, ну типа. Ну Сэм, ну да, ну. Загадывай, Вадим. Хуй знает как. Давай, Злой, пусть сыт на этот, на камеру. Ему клауну заказывают, мне шторы, блядь. Пусть сыт тем зрителям в рот просто. Злой, подключи, нет, попробуй. Злой, ты замучился. У Злого было ко мне задание, он сказал, тебе пизда, типа, на том ходу, он сказал, мне пизда. Она работает. У нас так же было, месяца два назад играли в это, и у нас то же самое было. Да? Мы тоже купили. Давай, Ваня, давай. Давай, Вадь. Куда он ушел? Разбиваться. Разгон брал? Только не уебись в стену. Надо было музон какой-то, слышь, включить. Ну, а под дроп, типа, прыгнуть? Да. Ребят, я потом напишу Харду, мы пообщаемся, чтобы все уладить. Сейчас включу музон и влечу нахуй стройку, блядь. А, ну мне не включится музон, слышь, мне ВК не работает. Ну забей хуй, там нарезка потом подставит дропы. Да и нихуя не подставит, ленивые хуйланы. Я въебу какой-то рандомный. Ебать, я пить хотела, с самой катки начала, просила тебя пить. Бля, ну и ебать, все, охуеть, все настроение коту подходит, просто. Да и там что-то, блядь. Готовы? Да. Давай, брат. Три. Ебать! Не, я...
Я сейчас с уверенностью говорю, что матрас у него хуйня. Он живой, Ваня. А он нож-то убрал? Да. А чё? А чё? Матрас. Попрыгай туда, куда ты взлетел? Давай обратно. Нет, слушай, я сидел, давай. Ебать, чё с ним было, Ваня, блядь? Вот, чё? Софи. Как сметанка? Залети еще раз, брат. Слышь, попробуй, слышь, на вкус, типа так. Внезапно. Бля. Ёбаный урод, блядь. Ну, в плане, по игре. Я сейчас не про ситуацию в целом. Я мог сказать, сделай сальто, а потом сделай, всё. Не, ну такое нельзя, сказали, с физической, типа, нельзя. Ты что, сальто умеешь делать? Да. А ну ебаней, так чисто. Нет, здесь не нахуй надо.